Криптовалюта – явление не страшное и в нашей стране вполне легальное, уверяет эксперт в этой области Альберт Павлюк. Преподаватель МГИМО одним из первых в России начал рассказывать своим студентам о правовом регулировании цифровой валюты. Криптовалюты в Российской Федерации регулируются с 2019 года. Владеть ей, пользоваться, распоряжаться абсолютно все законно, легально. И в рамках своей работы, почему я участвую в подобного рода встречах, это как раз-таки донести до аудитории, что в этом нет ничего страшного. Это просто новая форма того, чего не было раньше. Поэтому нужно просто изучить тему, чтобы начать в ней разбираться, считает педагог. В рамках марафона по правовому просвещению для студентов подмосковных вузов и была организована эта встреча. Эта тема очень интересна, особенно молодежи, особенно в вашем возрасте. И она набирает обороты в современной жизни. Лучше знать все опасности, подводные камни, для того, чтобы не попасть впросак, быть подготовленным, профессиональным и грамотно уметь пользоваться этим финансовым инструментом. У молодого поколения криптовалюта вызвала неподдельный интерес. Многие из ребят сталкивались с ней лично. И как раз таки сейчас я посидел, послушал, я узнал много вопросов, которые не давали мне покоя, на них ответы. И что-то для себя понял. Как раз таки вот после лекции узнал у человека, как лучше поступить с криптовалютой, которую я хотел бы закупить, когда будет повышенная стоимость, когда лучше продавать, и что вообще можно стрельнуть в будущем. Теперь у Алексея и его однокурсников информации более чем достаточно. Лекция прошла в формате живого общения. Преподаватель поделился историями из жизни. Студенты не скупились на вопросы. Один из любимейших наших преподавателей, как мы могли заметить, и я сейчас тоже наблюдала, ребята все были очень вовлечены, им было очень интересно, никто не сидел в телефонах, а было очень продуктивно. В завершении встречи знания закрепили в онлайн-игре. Ребята ответили на 11 вопросов викторины. Трое лучших знатоков цифрового права получили подарки от организаторов – уполномоченный Подмосковья по правам человека и молодежного совета. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».